Добрый день. На днях в России появился хипстерский сервис Spotify музыкальный. Я его немного попробовал и готов с вами поделиться информацией. Что это такое? Это музыкальное приложение, которое позволяет за подписку или даже бесплатно слушать вполне себе лицензионную музыку. Ну, вроде нашей Яндекс музыки или музыки ВК, все как мы любим. Ну, почему-то все очень ждали появления именно Spotify. Ну, наверное, потому что считалось, что тут очень хорошая музыка, очень все интересно, очень плейлисты хорошо настраиваются. Ну, попробовал. Впечатления общие таковы, что не настолько это все уж хорошо и не настолько это круче и навороченнее Яндекс музыки, чтобы так долго в России не появляться. Из интересного, ради чего, собственно, это стоит установить? Чарты. Вот чарты на самом деле полезны, потому что вот у Яндекс музыки, например, вот такого вот топ-50 во всем мире просто почему-то нет. Вот они почему-то этого до сих пор не добавили, а тут вот есть. То есть можно посмотреть, что слушает именно весь мир, а не чарт Яндекс музыки, в которой там висит бесконечный Тима Белорусских, которого все бесконечно крутят. Качество музыки, вот визуально, если вот не визуально, конечно, а на слух, если послушать, вот приложение, конечно, звук отдает, скажем так, получше, чем Яндекс музыка, потому что Яндекс музыка она тупо там громко включена, бум-бум-бум, даже несмотря на включенный HD режим. Вот, а тут даже на бесплатном режиме звук такой более качественный, что ли. Тут, конечно, вещь, конечно, прослушивание музыки это вещь глубоко субъективная, но тем не менее надо отметить, что, конечно же, ну, заметно, что звук немного поприятнее. То есть ради этого стоит, конечно, это дело взять. Тем более, что стоит, собственно говоря, подписка на Spotify. Изначально ходили там слухи о каких-то сумасшедших 200 рублях, более, значит, в результате при запуске оказалось так, что сервис, собственно говоря, берет те же самые деньги, что и Яндекс музыка, то есть 169 рублей в месяц, причем первые 3 месяца предлагается все это слушать бесплатно. В связи с этим тут же буквально в этот же день ВКонтакте запустили акцию «Возьми у нас подписку за 1 рубль на 3 месяца». Ну вот я взял. Поставил бум, посмотрел его ВКонтакте. Яндекс.Музыка она берет за месяц 149 рублей. И можно слушать, как они говорят, музыку в фоновом режиме. То есть Яндекс отставить ВКонтакте музыка. ВКонтакте музыка, она же чем славится? Если Яндекс музыку ты запустил себе спокойно слушать, то ВКонтакте они требуют либо обязательного запуска приложения, либо, то есть включенного экрана, либо заплати нам немножко денежку, поделись с нами. Вот, поэтому, собственно говоря, никогда ее не слушал. Есть Яндекс музыка, есть Яндекс плюс, который берет свои 170 рублей, 169 точнее, и хоть весь обслушайся, и Кинопоиск обсмотрись, не такие большие деньги за то, чтобы как бы поступать честно, красиво и лицензионно. Вот. Ну, вот теперь 3 месяца погоняю Spotify. Посмотрю, что лучше. С Яндекс Плюс, конечно, не уйду, потому что там еще и Яндекс Такси, скидки и все прочее. И, собственно говоря, там у меня уже все эти умные треки, вот которые здесь, вот эти умные миксы,
которых все так ждали, так они в Яндекс.Музыке, собственно, давно есть. Их можно прекрасно слушать, хоть весь обслушаться. Там все настраивается точно так же под тебя, находит тебе музыку под настроение. А здесь, в Spotify, это все еще надо настроить. Ну, из-за того, что чуть-чуть звучит по качественнее музыка, буду ли этим заниматься, ну, 3 месяца есть, может быть, даже и буду. А может быть и нет, не знаю, пока решу. То есть сервис, в принципе, интересный, сервис красивый, сервис международный, сервис популярный во всем мире. Это все очень хорошо, можно скачать и слушать музыку непосредственно со смартфона. В Яндекс.Музыке это тоже есть. В Яндекс.Музыке еще подкасты есть, а здесь подкастов нет. Вот. Так что вроде бы все и хорошо, а вроде бы, ну, запустились и запустились. Прекрасно. Еще один музыкальный сервис, который, может быть, будет нужен, а может быть, не будет. Вот такой расклад.